Расплитом у доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом. Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит, погиб в обороне. Могила и слова о том не проронит, ведь надписи нет, безответна могила. Смерть в Грозном тот час не до надписи будет. К окрестным старушкам заходят ребята узнать, расспросить их, что было когда-то. Что было? Ой, милый, крохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а сдержал, поди, целую роту. Был молод, черняв, невысокого роста. Попить перед боем в село забегал. Так сказывала вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили у старой сосны в безымянной могиле. На сельскую почту приходят ребята, письмо заказное найдет адресата, в столицу доставят его почтальоны, письмо прочитает министр обороны. Но в списке просмотрит за записью запись, и вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных, еще один станет посмертно, бессмертно. Старушку с Урала обнимут ребята, сведут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито, никто не забыт и ничто не забыто.